Приветствую вас, друзья, коллеги по хобби. Начинаю покраску зенитно-пулеметной установки. Попробую сначала задуть ее черным цветом, потом пройдусь белым. Сделаю небольшую технологию черное-белое. И уже после покрашу в зеленую защитную базу. Начнем красить и посмотрим, как получится у нас. Пока станина под пулемет подсыхает, покрашу сам ствол краской Мистер Хобби H28 Metal Black или Gun Metal. Краску уже подготовил. Сейчас хорошо задую ствол. Кстати, мне краска Мистер Хобби намного больше понравилось, чем от Томеи Ганметал. Как-то более натурально смотрится цвет на стволе. Рекомендую, друзья, прикупить именно эту краску. Получается очень хорошо ложится на пластик. Как вы видите, я модель не грунтую, и чем замечательны краски Томея, Мистер Хобби, что они и без грунтовки довольно хорошо держатся, если их красить тонкими слоями. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Вот так получается ствол. Теперь пусть подсохнет. Будем дальше красить установку зенитную. Подсохла черная краска. Подсох ствол. Вот так все получается. Довольно интересно и красиво смотрится зенитная установка.
Ну а сейчас разведу белую краску и пройду по верхним поверхностям беленькой краской, чтобы было небольшое выделение. И опять как бы получится технология черное-белое. Развел краску. Получилась вот такая краска, как сметана. Уберу ствол в сторону, чтобы не попало, и начну потихоньку задувать. Пойду чисто по выступающим верхним участкам. Сильно на гашетку не давлю, чтобы более целенаправленно дуть. Ну вот, коллеги, думаю, хватит высветлять вполне. Вот как получилось. Подсохла краска на зенитно-пулеметной установке. И задую ее в базу. Базу буду намешивать с красок Мистер Хобби, Стамия. Если кому интересен рецепт данных красок, то вы можете зайти в видео по БРДМ-1, покраска в базовый цвет, и посмотреть там примерный состав моей базовой краски зеленого защитного цвета российской советской техники. Советскую я затемняю краску, точнее, российскую я затемняю, а советскую немного высветляю желтым цветом, чтобы более реалистично подогнать цвет. Краску развожу жиденько. Потихоньку задуваем.
Подсохла установка, примерно накинул ствол, вставил ящик. Примерно вот так вот получается. Я еще не придумал, в каком положении ее лучше оставить. Ствол так повесил. Но, наверное, буду все-таки ее потом устанавливать на технику. И выберу такое среднее положение. Ну, на этом буду, друзья, заканчивать. В следующем видео будет уже лакировка глянцевым лаком, смывкой и работа с разной химией. Может быть, сделаю небольшие сколы на технике. Ну, посмотрим. Спасибо вам, друзья, за комментарии, за просмотры. Не забывайте ставить лайки. Всех благ вам и вашим близким, друзья. До новых встреч!